Заместитель главы города Максим Красноцветов проинформировал коллег о ходе работы над документами по проектированию и строительству школ и пристроек к ним. Работы по обустройству пешеходных дорожек в парке должны быть завершены до 20 сентября. На портал «Добродел» на минувшей неделе поступило 187 жалоб и обращений, больше, чем недели раньше. Большая часть жалоб – благоустройство дворов и территорий, дороги. Успешно решены властями 176 проблем. Сегодня также оценили ход подготовки к отопительному сезону и выполнение губернаторской программы по ремонту подъездов.